Несколько лет назад, наверное, теперь уже лет 5 или 6 назад, в Петербурге была крупная научная конференция, на которой выступали специалисты из Соединенных Штатов Америки и предупреждали нас, что у нас нет инженеров, что вы не готовите инженеров, и это кончится печально, что инжиниринговые разработки у нас находятся на примитивном уровне. Это результат, в общем-то, последнего века нашего развития. Мы были закрытой страной в советское время. И, естественно, огромное количество запретов было. Люди, соответственно, у людей сформировалась абсолютно ложная мечта. Ложная мечта, заключающаяся в том, что вот этот капиталистический мир, который, давно, загнивает, но так приятно пахнет, как говорилось в советском анекдоте, этот капиталистический мир является нашей абсолютной мечтой. Конечно, большинство молодежи поступает, так сказать, во всякие учебные заведения с тем, чтобы быть приближенным к так называемому бизнесу, чтобы, так сказать, быстренько научиться зарабатывать. Не хотят молодые люди идти в такое место, как завод или фабрика. Это надо любить. Надо это полюбить. Не окладом надо человека привлекать, не окладом. Молодежь действительно, может быть, хочется им чего-то меньше работать руками, а больше работать там языком, но все-таки, чтобы быть специалистом в каком-то техническом деле, надо все-таки иметь мозги, надо хорошо учиться, видимо, плохо учиться. Поэтому хотят шоу-бизнес. Я знаю уже многих людей, которые берут и молодых, умных, мыслящих правильно молодых людей, да, которые сами их уже начинают за свои деньги даже обучать. Это происходит, к примеру, в нашем киношном бизнесе, например, сценаристов. Их просто сейчас нету, поэтому многие продюсеры вкладывают свои деньги, отправляют куда-то учиться. Надо понимать, мы ведь не технологический лидер, наша Россия с вами, но прежде всего аграрная страна, у которой куча, просто миллионы гектаров необработанных пахотных земель, которые пропадают. Вот они наши миллиарды, миллионы, которые мы могли бы зарабатывать. А мы пытаемся, вот ее мобили и все такое. Мне кажется, мы немножечко не туда усилия направляем, куда надо было бы. Ребят, мы разленились. Так как мы разленились, есть страны, которые не ленятся. Они нас подавят, они нас подомнут под себя. Не ленитесь, создавайте свой рабочий класс. Он у нас отсутствует.